модное предложение только сегодняшнего дня. Необыкновенное платье в стиле Lady Like. Знаменитый кинообраз Грейс Келли в фильме «Высшее общество» сразу же идет нам на ум. Надев это нежное платье, вы ощутите себя королевой вечера и иконой стиля и сказочной феей. Сегодня мечты сбываются, сказка, она становится явью на телеканале Shop and Show. Грандиозная коллекция, любимое платье Розалины, которое представлено впервые от бренда Мегаполис, представляет главный эксперт рубрики «Мода», наш гуру, дизайнер Микола Комендров. Платье в стиле Lady Like – это значит быть красивой, очаровательной принцессой. А поможет вам в этом платье от бренда Мегаполис. Здесь красивый нежнейший фатин полностью оторочен бархатными аппликациями в виде флока, что обеспечивает парящие бутоны цветов как раз вокруг вашего тела. Плотный, достаточно лаковый шелк внутри закроет все недостатки и создаст тактильные приятные ощущения. Завершит образ шелковистая двойная атласная лента, которая вывязана в виде пояса. Хотите носить ее на талии, хотите сделать ее, заправив свои волосы. Ну и, конечно, полноценная длина и свободный крой обеспечат нам с вами возможности даже в более пышных формах почувствовать себя настоящей королевой. Чувствуете себя настоящей королевой? Какой хочется королеве цвет? Яркий, синий, насыщенный, васильковый, чтобы быть всегда в центре внимания. Это мой сегодня выбор. Пудровый цвет также понравится тем женщинам, которые любят бежевые оттенки, перламутровые немножко. Самые светлые в нашей палитре. Голубой цвет. Обратите внимание, насколько приятный цвет морской волны, бирюзы, что напоминает нам об отпуске. Яркий, красный, насыщенный, гранатовый, даже винный. Его всегда в центре внимания. И, конечно, самое главное – это страсть. Микола, какие еще цвета ты будешь нам Также сказать? У нас не обошлось без магического красивого оттенка фиолетового представлено. Обратите внимание, во всех моделях фатин в черном цвете. Флакирование тоже, оттенок только самого второго платья. Ну и, конечно, классическое черное платье. Добавите сюда жемчуг, заправите волосы на затылок, красная помада, и все, вы просто роковая женщина. Итак, роковая наша телезрительница выберет сегодня эксклюзивное платье от бренда Мегаполис и покорит мир с первого взгляда. 72 тысячи новых клиентов бренда, из них 3700 сделали заказ впервые. Мы сотрудничаем с брендом Мегаполис с 2019 года, но самое главное, только сегодня, в преддверии самых ярких праздников нашей страны, это не только Новый год, но и, в принципе, любые выходные в кругу друзей могут стать таким праздником. У нас сегодня есть скидка 52%, цена была 4200, спустилась до 1999 рублей специально для вас. Ну и, конечно, размерный ряд от 46 до 60-го. Теперь каждая телезрительница может себе позволить платье мечты. Микола, какие нюансы у бренда Мегаполис, когда мы выбираем размеры? В данном случае нюансов нет. Мы забираем четко от 46 до 60-го размер в размер. Мы с вами знаем, что бренд Мегаполис даже слегка всегда добавляет немного ткани в размере. Он смотрится свободнее, значит, и посадить грудь, и более плотный бюстгальтер, например, с эффектом пушапа можно будет добавить. У меня в руках фиолетовый цвет в 50-м. Давайте на нем как раз-таки сделаем с вами замеры. Фатиновый рукав у нас в 50-м занимает в полуобхвате 29 сантиметров. То есть растяжимость еще допустима, значит, около 60 будет обхват. То есть ручка любого объема здесь у нас с вами пройдет. Сама форма талии в 50-м будет у нас с вами представлена. Давайте замерим. С небольшой будет погрешностью, потому что рельеф мы с вами не забываем. Здесь у нас 51. То есть не 100, как в 50-м положено, а уже 2 сантиметра до припуска есть. Зона туловища до талии составлять будет 49-50 сантиметров. Общая длина у нас с вами 114. Пояс 180 сантиметров в длину. Микола, ты знаешь, мне очень нравится, конечно, эта коллекция. Она особенная, поскольку много-много лет, конечно, я веду и праздники, и крупные мероприятия. И для меня очень важно было, чтобы, знаете, вот если я приобретаю платье, оно было не только на один единственный праздник или куда-то на ведение мероприятия, но чтобы я смогла и с друзьями надеть, и в театр, допустим, и побаловать себя. И вот платье в стиле Lady Like, оно такое особенное. Вы как куколка Барби, вы особенно не
нежное, красивое, безумно. Платье выглядит на десятки тысяч рублей. И опять же, в моем гардеробе есть подобные платья, которые я надеваю год за годом, и мода на них не проходит. Да, вот такая, знаешь, когда картинка оживает, и когда ты понимаешь, что даже всемирный подиум и всемирные звездные дизайнеры выбирают такие коллекции для себя. Да, потому что это у нас с вами ходовые платья как раз-таки для вечера. Хоть одно такое платье вечернее должно быть в вашем гардеробе, как палочка-выручалочка. Всегда можно будет его надеть на любое мероприятие. Такой эффект принцессы. Вы увидите Алену Ахмадулину, кстати, нашего российского соотечественника. И даже несмотря на то, что это как бы русский дизайнер, а платье-то стоит практически около 100 тысяч рублей. А самым величайшим кутюрье именно в нежных таких зефирных фактурах платьев является, конечно, американский дизайнер Оскар де ла Рента. Ну и, конечно же, мною любимый бренд «Радар». Угу. Слушай, а скажи мне, пожалуйста, самое главное, ну, как внешне, когда ты выбираешь платье, платье без примерки, как оно сядет на бедрах, на каждый, допустим, подойдет ли оно, нижний тип фигуры, как по росту оно сядет, вот эти все нюансы расскажи. Как мы уже с вами определились, да, у нас с вами 50 сантиметров будет длина по высоте до талии у нас с вами, и юбка будет занимать все остальное, именно параметр. Длина изделия будет больше 116 сантиметров. Что касается именно надевания его по фигурам, очень удобно через молнию. Молния, кстати, занимает 56 сантиметров, то есть она расстегивается до ягодичных как раз-таки складочки. То есть его максимально можно расстегнуть, надеть его через голову и зафиксировать на шее с помощью пуговки и трикотажной эластичной петельки. Что касается фигур. Дамы с пышной грудью как раз-таки выберут его в первую очередь. Здесь рельефная выточка, а зона животика. Замеряйте именно сам животик, а только после этого выбирайте размер. Алло-красный оттенок, как правильно сказала Лена, его он больше напоминает гранат. Также есть пудровый, косметический, нюдовый цвет, имитирующий эффект обнаженности. Магический фиолетовый. Для тех дам, которые чувствуют себя немного магами и колдунами. Голубой цвет, главный цвет будущего года, такой арктический, холодный. Ну и, конечно, классический черный в стиле Шанель. Будьте королевой всегда, не только на Новый год, но и на любые праздники. С телеканалом Shopping Show самая лучшая цена, единственный день в году – 1999 рублей.